Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я хотел бы сравнить два компрессора. Оба на 24 литра, у обоих 1,5 кВт мощность. Ресивер на 24 литра. Цена у них не сильно отличается друг от друга. И находятся эти два компрессора в бюджетном сегменте. Но все же единственное отличие у них есть. Дело в том, что у Пармы производительность меньше, чем у Магнуса, на 12 литров в минуту. В группе ВКонтакте я создал опрос, какой из этих компрессоров быстрее накачает ресивер. Большинство проголосовало за Магнус, а теперь пришло время узнать, зарешает ли это маленькое отличие. Ссылку на опрос оставлю в описании под видео. Чтобы было интереснее, перед просмотром проголосуйте. А начнем мы наш маленький тест с компрессора Парма. Дабы не отнимать ваше ценное время, видео будет ускорено. Итак, компрессор Парма накачал ресивер за минуту 48 секунд. В принципе, это вполне неплохой результат. Компрессоры подключены к удлинителю на 7 метров. Если подпитаться напрямую к розетке, показатели будут лучше. А также быстродействие зависит от качества проводки. Тем не менее, у нас все подключено к одной розетке и к одному удлинителю. Поэтому сравнительные показания по ним вполне объективны. Ну что ж, а теперь давайте проверим, за сколько накачает ресивер компрессор Magnus. Вот мы и получили результат. Честно говоря, я и сам такого не ожидал. Неплохая разница получилась. 24 секунды. Данный тест я проводил несколько раз. Показатели постоянно менялись, но незначительно. Здесь показаны самые быстрые результаты. Всем спасибо за просмотр, удачных покупок и до новых встреч!